Величайшая задача следующая. Есть четырехугольник с такими сторонами. 1, 2 и 5. Какие значения может принимать величина x? От нуля до суммы вот этих вот всех чисел. А. Возьми. От нуля до суммы. Почему x не больше, чем 1 плюс 2 плюс 5? Вы только что доказали. Сторона четырехугольника, ну, вернее, если это четырехугольник, то даже меньше. Если это просто любые четыре точки, то меньше или равно. Так? Да. А вот насчет того, что больше нуля, это вы не правы. Ну, если мы эти две, если мы две точки очень близко друг к другу поставим. Почему? Не может быть x слишком маленькое число. Будьте добры осознать. А, я понял, да. x может быть меньше 2. Правильно. Почему? Потому что число 5 это тоже сторона. Смотрите, 5 меньше или равно, чем 1 плюс 2 плюс х. Ну, 1 плюс 2 это 3, 5 минус 2 это 2. Легко понять, что на самом деле эти оценки точные. Потому что если вы, ну, вот так вот в линию вытягиваете, то как раз у вас и будет 1 плюс 2 плюс 5, да? И наоборот, если вы на 205 откладываете как бы внутрь 1 и 2, то, соответственно, будет 2.